Так, вот второй этаж, трехэтажные дома, квартирка. А, 130 квадратных метров примерно. Гостиная. Перегородка идет в гостиной. Здесь как офис можно делать, кабинетик открытый. Здесь такой Исланд, остров. Территория кухни, зала, вот. Шкафчики приятные достаточно. Холодильничек. Электроплита, духовка, микроволновка, посудомоечная машина. Измельчитель. Подсветочки нижние есть. Также. Машинина. Вот. Ну, шкафчики не буду открывать. Вытяжка, свет, вентилятор. Вентилятор. Балкончик. Кладовочка там на балкончике. Слушай, зато она холодная будет. Так, первая комната. Это три бедрума. Первая комната. Кто там вышел, зовешь? Лев вышел? Здесь ванна. А, здесь раздеваю. Какой это? Гардероб со шкафом. Здесь уже ванна с туалетом. Это первая комната. Далее проходим. Еще есть ванна с туалетом. Вот. Босик улыбающийся. Здесь тоже. С вентилятором. Со шкафчиком. Вот такой вид на улицу. Сейчас я вам покажу. О, здесь даже все как по фэншую. Береза, представляете? Идите сюда. Та-да-да-да-да-да. В Америке береза прям будет под окном. Как у меня в детстве. Под окном береза всегда была. На Годовиково, дом 10. Дальше третья комната. Комнатки небольшие, маленькие. С гардеробчиком. И, соответственно, такая подсобка, где ты можешь стираться, что-то хранить. Щитовая. Вот, складывают сюда вот всякие моменты, пожарная сигнализация. Это стоит у нас 3000... 3200. На 13 месяцев надо отдавать. Минимально. Вот такая вот. И вот этот островок тоже вроде как бы ни к чему, с одной стороны. С другой стороны, здесь кабинет делаешь, а здесь вот диваны понаставляешь. Здесь можно там какие-то цветочки, что-то там, книги складывать, компьютеры, лаптопы класть. Ну, вот такая вот